Новая эра вооруженных сил, космические войска сегодняшнего дня официально существует в США. Цель – обеспечить американское доминирование в космосе. По словам Дональда Трампа, США сейчас обладает возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в их направлении. Шестой вид вооруженных сил уже начал официальную работу, возглавил новую структуру четырехзвездный генерал Джон Реймонд.